Привет! Это игра под названием «Наблюдатель». И давненько я в нее не играл. Где-то уже пару месяцев. Так, тут всегда эти волосы были. Мне надо исследовать сейчас что-то, да? Эту комнату. Так, опросить соседей, исследовать место преступления. Ладно. Волосы мы эти забрали уже? Или что? Как сканировать-то? Клок очень странных волос не принадлежат ни человеку, ни животному. Ладно, можешь положить, я разрешаю. Кровь? Да ну сканируй ты. Совсем обалдел. Что ж, ты все-таки получил свою последнюю дозу. Надеюсь, оно того стоило. Это что? Чернила с примесью должно быть сделаны в тюрьме. А вон ту правую фигню я могу взять вроде. Я тут все смотрел, нет? Что это? Синтезатор речи, имплант гортани, не самый редкий среди сидящих на корме. Предупреждение, низкий уровень синхронизации, требуется введение чего-то там. А, стоп. Может, мне лекарство надо применить? Движение штамма снижено. Ну сказали бы сразу. А то попробуй пойми, что им нужно. Тут нет никаких улик. Единственное, что держало его на этом свете. Это я даже просканировать не могу. Ладно, что у тебя здесь есть еще интересного? Я так думаю, ничего. Может, в компе что-нибудь найдется? Давай, включай его. Подобная фигня вроде была. Почта. Снова видно. Во-первых, как твой постоянный татуировщик, советую тебе перестать забрасывать меня этими сообщениями. Если тебе кажется, что есть проблема, зайди ко мне в салон. Во-вторых, экземпляр у тебя на шее заживал прекрасно, когда я видел его в последний раз. Катализатор работал, если действительно, как ты утверждаешь, становится совсем паршиво, то это скорее всего из-за того, что ты постоянно чешешь и трогаешь это место. Говорю в последний раз, оставь его в покое. Приезжай на проверку, если хочешь, но перестань доставать меня пустыми страхами. Я тебе не психолог. Дж. Поврежденные данные. Последний пакет данных, который ты принес, был частично поврежден. Мне удалось спасти основную часть, но, как я уже говорил, ты должен чаще давать мне инструмент дешифрования, чтобы я мог тягаться с их шифраторами. Если мы хотим придерживаться наших договоренностей, ты должен выполнять свою часть работы. Это чувствительные данные. Каждая искаженная строчка кода означает несколько часов дополнительной работы, а мое время стоит очень дорого. Я говорил раньше и повторю снова, программу нельзя отследить. Единственный способ поймать тебя – это застукать на том, что ты физически взаимодействуешь с рабочей станцией. Я понимаю, ты напуган, и я вполне осознаю риск, которому ты подвергаешься в этой ситуации, но именно за это я тебе и плачу. А. Прости, Гелла. Я знаю, мы так давно знакомы, но я действительно не могу помочь тебе в этот раз. Я очень хотела бы, но не могу. Даже если закрыть глаза на проблемы со здоровьем Амира, начальство ввело более строгие правила приема на работу. Никаких граждан класса С, особенно никаких бывших заключенных. Я знаю, Амир неплохой парень и заслуживает еще один шанс.
Но я действительно никак не могу обойти эти дурацкие правила. Еще раз прости. Если есть какой-то другой способ помочь, дай мне знать. Береги себя. Анетта. Резюме. Это он? Игра. Уровень 4. Так, я могу замочить одного паука. Остальных мне как-то надо вести за собой. Блин, это реально так работает? А можно заново? Я хочу просто попробовать. Не, блин. Я замочу этих. Вообще, по сути, надо было, наверное, верхнего убить, может. И этот меня добивает. Бум. Ладно. Что там дальше? Все. Ну-ка, ну-ка, ты, наверное, Хелена. Что же здесь еще спрятано? Блин, ты не можешь это сканировать? Что здесь спрятано? Я здесь больше ничего вообще не вижу. Вот когда надо осматривать, не совсем понятно, что к чему. Ты не можешь просканировать? Ладно, это я открыть не могу, что ли? Открыл. Может быть, здесь что-нибудь лежит? Не открывается. А может, здесь? Прыгать я не могу. Перешагнуть тоже. Вот это что такое? Детектив из меня так себе, как я понимаю. Потому что я нифига не вижу. Вот это что? Кредитный чип очень удобен для хранения нелегальной валюты. Ты даже не возьмешь его? Что ты хочешь, чтобы я нашел? Вот это я не могу осмотреть. Странная игра. Исследовать место преступления. Неплохо бы проверить квартиру Новака на наличие других улик. Это у нас что? Еще теплое. Я не могу по следу пойти. Покидая место преступления, следую по наводке. В здании, возможно, все еще находится жена жертвы, возможно, соседи что-нибудь знают. Нет, я не хочу. Давай поищем. Только что мне вот искать-то, блин, я же все осмотрел. Как-то странно. Очень-очень странно здесь все это работает. И не совсем понятно. Что вот мне делать? Я же все осмотрел.
Разве нет? Тебе этого было недостаточно? Я же и в комп заглянул даже. Нет, можешь мне вот так ходить, все вертеть, крутить? Странная фигня. Ладно, пойду поспрашиваю других. Я тут уже достаточно долго тусуюсь. Только где его жена-то? Я вообще без понятия. Полиция Кракова, можно вас на два слова? Наконец появились. Что за фигня здесь происходит? Почему в нашем доме блокировка? Вероятнее всего сбой, я еще это не выяснил. Но у меня вы этого явно не выясните, потому что я ничегошеньки обо всем этом не знаю. Не замечали ничего подозрительного или необычного, ну, кроме блокировки? Да так, парочка из 104-й недавно ужасно скандалила, громче, чем обычно. Девчонка убежала, и все стихло. Видели, куда она побежала? Я обычно не сую нос в чужие дела, но, судя по звуку шагов, могу сказать, что она побежала во внутренний двор. Еще что-нибудь можете о них сказать? Этой парочке, но я не слишком хорошо их знаю. Девчонка довольно милая, чего не скажешь о парне. Такое часто случается, увидели, чтобы муж распускал руки? Нет, он не из тех, кто бьет своих жен, или что-то в этом роде. Он просто запутался. Но о ком из нас нельзя так сказать? Что вы знаете о женщине? О, она гром баба, работает в Хироне по две смены, чтобы содержать этого конченого зэка. Не знаете, чем она там занимается? Вряд ли чем-то важным, иначе не жила бы в здешней дыре, но выражение лица у нее довольно характерное. В смысле? Усталость, беспокойство, постоянно перепуганный взгляд. Думаю, это все из-за работы на корпорацию. А как насчет мужчины? Кажется, его зовут Амир, он выглядит крутым, но у него такие, знаете, желтые глаза. Дергается, как нарик, наверное, он и продает это дерьмо. Мне вообще здесь не особо-то нравятся вот эти вот разговоры. Откуда вы знаете? Вот до этого мы по наркоманскому миру путешествовали, было и то интереснее. А чё? Что он толкает? Я видел, как он прокрадывался ночью. А еще что-нибудь странное, хоть что-то. Да нет, пожалуй, это все разве что. Какой-то козел привел в дом животных. Животных? Да, могу поклясться, как-то слышал в коридоре рычание. Я сказал консьержу, но он забудет все еще до того, как я закончу говорить. Я бы сказал. Ну ладно, я пойду. Можно? Спасибо, вы мне очень помогли. Хай, что-то новенькое. А про мужчину можно спросить, нет? Ну, значит, мне все равно. Так. Как тут на улицу-то выйти теперь? Ничего особенного. Может, мне нужно идти сюда? Закрыто. Журнал расследования обновлен. Так. Амир Новак мертв, но его жене удалось сбежать. В «Пожирателе снов» я видел очертания тату-салона. Кстати, во внутреннем дворе есть какой-то тату-салон. Ничего, что я внутри него уже. Ты об этом раньше сказать не мог? Странный ты, блин, дед.
Что это такое? Персональный компьютер. Татушки. Обалденные татухи. Привет, чувак. Я видел работу, которую ты сделал для моего другана Дэйва. И должен сказать тебе, что это чертовски классная татуха. Я хочу и себе похожую. Я думал о каком-нибудь оригинальном узоре, возможно, черепе, окруженном языками пламени. Но учти, языки должны быть анимированными и образовывать нечто вроде паутины у меня на локте. Я знаю, что хочу многого, но с твоими талантами и моими вложениями это не проблема. Так что черкани мне, когда сможешь впихнуть меня. Я не пожалею денег. В смысле, с наличкой у меня напряженка, но ты ведь принимаешь питательные марки. Еще раз, обожаю твои работы, улетные чернила. Так, привет. Надеюсь, это верный адрес. Если это не тату-салон Чернила Джека, пожалуйста, игнорируйте это письмо. Но если вы тот, кем я вас считаю, один из ваших бывших клиентов рассказал мне о вашем особом направлении тату. Высшего уровня, если вы меня понимаете. Мой сын очень хотел бы получить одну из них. На самом деле, ему нужно это немедленно. Я знаю, что это дорого, но мы наверняка сможем договориться. Пожалуйста, свяжитесь со мной, когда прочитаете это. Оплата, я помню, что ты велел больше не связываться с тобой, и я удалил всю нашу переписку, как ты и просил. Я лишь хотел поблагодарить тебя еще раз за проделанную с моей женой работу. Татуировка оказалась произведением искусства. Жена буквально не может представить жизни без нее. Ты просто спаситель. Будь уверен, я доставлю остаток суммы к концу недели. Куча документов и все это татухи. Может, еще раз поиграть в эту игру? Мне пятый уровень открылся. Хотя и четвертый-то не прошел. Довольно странная фигня. Как их тут вести-то? Я вообще без понятия, короче. Ладно, я же не могу просто так сейчас где-то пойти. Могу. Ладно, странная фигня. На каждом компе играю. Это что? Записывающее устройство? Земную жизнь пройдя до половины, я очутился в сумрачном лесу, утратив правый путь во тьме долины. Это седьмой день моего принудительного заточения, и уже сейчас я могу отбросить все сомнения и утверждать, что это настоящий ад. Эти люди давно умерли, их дела еще снуют их крошечными квартирами, но разум давно покинул их. Все, ты закончил? Кассовый аппарат. А другой здесь, если сканер я включу? Вообще ничего нет? Опа, привет. Как делишки? Сегодня я всюду опаздываю, бедная Хелена. Это Лазарский, нашел третью жертву. Время смерти около часа назад. Начинаю криминалистический анализ. Ну давай посмотрим. Сломанные ногти, кровавые отпечатки пальцев, очевидные следы борьбы.
Так, там книга лежит. Тату-машинка. Голо-инжектор. Ну ладно. Тату-машинка, вот. Беспроводная педаль. Это что такое? Да, блин, у меня курсор пропал. Где он? Маленькая точечка, которая сливается. Есть совпадение. Так, значит, это ты звонил человеку, убитому в квартире Адама. Нейроимплант не поврежден. Я могу подключиться? Внимание, попытка некро-неврологического подключения является прямым нарушением закона о посмертном наблюдении. Доступе отказано. Аварийный обход. Открой панель поддержки. Протокол защиты отключены. Предупреждение. Датчик активности мозговых волн отключен. Процедуры аварийного извлечения отключены. Сейчас опять будет наркомания? Надеюсь, оно того стоит. В прошлый раз я вообще ничего не понял, что происходило. Что делать? Нажмите, чтобы начать. Хирен, собеседование. Младший программист, загрузка. Загружено. Добро пожаловать, госпожа Новак. Вы ценный актив нашей компании. Ваш упорный труд и преданность всегда высоко ценятся. Пожалуйста, расслабьтесь и отвечайте настолько честно, насколько можете. Вы желаете процветания своей родине? Да. Вы хотите сделать мир лучше? Да. Вы хотите жить без страха? Конечно. А да, не нажимается. Вы хотите установить продуктивные отношения с корпорацией Хирон? Вы будете сотрудничать? Нажмите клавишу. Это 0 или О. Вы будете соответствовать. Нажмите. Что за бред? Зачем это? Может, это какое-то слово? Республика, твоя мать. Хирон, твой отец. Материнская любовь, безусловно. Отцовская гордость требует жертв. Вы готовы приносить жертвы ради большого блага? А можно нет нажать? Работа, продуктивность, счастье. Вы будете счастливы, вы будете продуктивны, вы будете трудиться ради большого блага, вы будете подчиняться? Конечно. Загрузка. Завершение оценки испытуемого. Проверка ответов. Анализ поведенческих шаблонов. Вычисление жизненных выборов. Предупреждение. Супруг испытуемого, судимости и проверка никаких обязательств по текущему назначению. Вычет очков незначительный. Предупреждение проигнорировано. Подсчет очков. Поздравляем, добро пожаловать в корпорацию Хирон. Спасибо. Это мое рабочее место. А почему у меня стула не было? Воу. Ничего себе, она присела. Ладно, мне, наверное, надо туда идти.
Опять сейчас тут будет бред твориться. Эй, кто-нибудь есть? Тут вообще нифига не видно. Фонарик бы включить. Какой-нибудь. О! Вот сразу бы так. Что за лабиринты? Что это? Туалет? Что-то им без остановки пользуются. Ходят только в основном уроды. Опять эти помои. Это называется суп. Ешь, что дает лучше, он уже не станет. Эй, ты, подойди сюда. Что это за змея? А ну стой. Нет, я бегу за ней. Я отсюда не выйду, да? Где здесь выход? Тут нет выхода. Так и должно быть. Спасите меня. Блин, может, мне не стоило сюда бежать? Что происходит вообще? Как дела? Где все? Очень странная игра. О, музончик, е. Из тех, что даются лишь раз. Я вынужден сюда ползти. Я думаю, после этого я еще месяц в нее играть не буду. Или два. Уважайте, наблюдая. Спасибо. Мне, наверное, сюда? А, вот. Давно тут проход открыт. Карточка пациента готова для распечатки. Настройки автоматической печати. Ладно. Я не буду их осуждать. Просто пойду дальше. Это что такое? Корову доят, что ли? Амир, ты помнишь, как мы познакомились? От этой игры может начаться эпилепсия, даже если ты не болеешь. Любой момент приступ начнется. Кто там кряхтит? Привет, детка, я дома.
Привет, привет. Amir, is that you? Пока. Хватит лезть ко мне. Какую мне сторону идти-то? Amir, is that you? Амир, где ты, блин, дуралей? Наркомания. Я больше не могу, так просто не могу. Возьмите свой номер. 796. По очереди. Что мне делать? Может, ждать номер? Пришлось несколько часов ждать. Привет, мужик. 11-летний. Я с мамой, с ней все будет хорошо. Она, Адам, она больна. Наберемся терпения. Об этом просто трудно говорить. Я не уверен насчет этого. Уверен? Ты что, не слышал? Это же прекрасная новость. Давай еще раз все обдумаем. О чем здесь думать? Ты должен быть счастлив. А кто сказал, что я несчастлив? Я могу отсюда убираться? Это твой шанс. Опять эта фигня ползет куда-то. Отражения нет. Так, там как-то темно слишком, я не вижу нифига. Ясно. Хорошо, теперь можете подняться, просто не спешите. Уже все. Поздравляем, теперь вы счастливая обладательница внутреннего хранилища данных. Я вел вам катализатор, чтобы ткань быстрее заживала. Просто не снимайте повязку еще несколько дней. А вы уверены, что его не найдут? Хранилище оборудовано встроенным скрэмблером и экранированным каркасом. Ни один сканер не сможет обойти такую защиту. Фактически это устройство призрак. Его никак нельзя определить, если только точно знать, где искать. Но теперь-то он знает. Ладно. Наверное, надо убираться отсюда, нет? Что это? Даже не начинай, сделал то, что было нужно. Должен же хоть кто-то проявить, в конце концов, инициативу. Что это значит? Но как будто ты не знаешь. Куда мне идти-то? Эй. А, там открыли дверь. Ну вот, начинается. Давай, скажи мне еще раз, какое я бесполезное, что я не могу удержаться на работе, ведь никто не хочет нанимать наркоманов и зэков.
Амир, ты хоть знаешь, во что ввязываешься? Ну, у меня не было выбора, нам нужны деньги, Амир. Любой ценой, говоришь? Любой ценой, что это такое? Я помню мои слова, эта фигня нас погубит. Загрузка. Можно я уже отсюда выйду? Выполнено. А куда мне идти? Стоп, может мне надо убегать от него? Я не думал, что здесь будет кто-то, кто будет меня преследовать. Тихо. Просто вали туда. Может, мне нужно пробежать туда, откуда он вышел? Он же меня не заметит. А что будет, если заметит? Блин, я думал, он исчез. Он что, идет туда, где я стою, блин? Пока. Ты мне не понравился. Да ну ё-моё. Тихо, ты же не быстро бегаешь. Ясно. Думаю, что быстро. Тут второй такой чудик. Я не могу выглядывать как-нибудь там. Блин. Тихо, дуралей, отстань. Ясно. Чего он ко мне прется-то? Он так и будет ко мне идти? Пока. Я надеюсь, тут их не будет. Куда мне идти? Ой, тут очень сложно понять, куда надо идти. Может, вот к этим штукам? Загрузка. И сейчас придет монстр. Ну, я так и думал. Блин, быстрее ползи.
Так, следующий комп вон там. Быстрее бежим. Так. Я надеюсь, второй из-за этого не вылезет. Так, он далеко. Ну же. Что это такое? А это просто глаз. Ладно, я думаю, взять можно. И после этого он сделает какие-то выводы. Единственное, что я понял, это то, что в ней что-то спрятано. Происходит. Кто-нибудь может мне объяснить? Выйти я не могу. Может, надо просто стоять и ждать? Хватит. Достали со своими скримерами. Блин, мне не стоит подходить. Или мне надо подойти? Не особо понятно. Я не смогу выйти. Что мне делать? Прыгать вниз? Опа. Иди сюда. Можно я тебя с собой возьму? А то тут слишком темно. Блин, надо сюда вставлять. О, нет! Эта фигня сломалась. Открывай. Боже. Может, стоит теперь ее отключить? Где мой фонарик? Еще и смех этих глупых детей. Кому он нужен? Ты можешь звук просто убавить? Там есть картинка? Там нет картинки.
Открывайся. Блин, а чего она закрылась-то? Может, мне стоит в другую сторону сходить? Посмотреть, что там. Эй. Ладно, тут как-то вообще ничего нет. Я еще и бежать не могу. Приходится ползти. Открылась. Серьезно, что за фигня? А если без этой фигни? Почему меня выкинуло? Это эта фигня меня спавнит или что? Рядом с собой. Да, видимо, если я далеко отхожу. Дети начинают психовать. Блин, оказывается, держать надо было, кто ж знал. Блин, может теперь мне в другую сторону? Думаю, да. Выполнено. Ну вот, кажется, у нас уже все есть. Так что же это такое вообще? Лучше тебе этого не знать вообще. Но это же не что-то плохое, правда? Типа вирус или сверхсекретное оружие? Нет, ничего такого. А что тогда? Что вообще может стоить такого риска? Будущее. Вообще, ладно, я думаю, на этом можно закончить. Пока.